Отже, друзі, рухаємося далі. Далі, як обіцяли, поговоримо з нашим ранковим гостем стосовно медовухи, що як до чого, звичайно, кому радять, кому ні. Як, можливо, дізнаєте якісь рецепти нові і ексклюзивні, як готувати. Про це все далі поговоримо. Залишайтеся з нами. Отже, друзі, радий представити нашого ранкового гостя, бджолярі Максима Євлампієва. Якщо пропустили якусь нашу попередню розмову, заходьте на YouTube, нагадую вкотре, переглядайте всю цю інформацію. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Доброе утро. Хотел сказать спасибо большое, что позвали меня в очередной раз на передачу. Вот, такой у нас цикл уже получился замечательный. Должен сказать, что появились постоянные зрители, которые, да, которые смотрят каждый наш выпуск. Иногда даже узнают меня на улице. Круто, вот так. Популярность приходит, бачите. Да, пишут тому... в Фейсбуке, задают вопросы всякие. То есть передача имеет успех. Большое интерактив спасибо. Пошел. Да. Это самое главное. Ну, сегодня, я так понимаю, повод отметить успех, да, или как? Сегодня Чего у нас нет? есть медовуха, и, соответственно, о ней хотелось бы поговорить. В первую очередь, все-таки об этом продукте, о изготовлении хотелось бы узнать и по рекомендациям, кому стоит, кому не стоит, скажем так, употреблять, ну и когда готовить. Значит, прежде всего хотел сказать, что настоящая медовуха это не самогон. То есть вот если вот привыкли в понимании, что вот водка смешанная с медом там или самогон медовый это медовуха, то нет. Настоящая медовуха это вино. Это натуральное вино, сделанное из меда, грубо говоря. Круто. И она уходит корнями в глубокие-глубокие века, когда наши предки-славяне еще не умели даже заниматься изготовлением водки, то есть перегона еще не было. Все напитки были именно натуральные. Вот, соответственно, было такое счастливое время. Соответственно, была культура употребления. И вот тогда вот и делались такие вот напитки, натуральные, из меда. Вот. По изготовлению, ну что, мед, вода и другие компоненты уже чисто по рецепту. Вот, а вот этот рецепт, конечно же, всем интересно, если что, хотя бы приоткрыть, потому что, знаете, есть особенности, там, вот, знаю, там, корейская морква, да, спрашиваешь, что, как, к чему, никогда не расскажешь, что, как, к чему, там, еще какие-то вот специфические блюда тоже никогда не расскажут, но хотя бы намекните, что там должно быть и как правильно его готовить. На самом деле, рецептов очень-очень много, есть целые сборники этих рецептов, в интернете очень много открыто для свободного доступа. Ну, такая, чтобы была классная. Она вся получается классная. Да. Прежде всего, медовуха классифицируется на два больших раздела. Это медовуха вареная и медовуха ставленная. Вареная – это когда предварительно сусло переваривается. Дело в том, что мед сам по себе, он же благодаря своему составу и ферментам блокирует работу дрожжей. То есть он блокирует брожение, по большому счету. Поэтому, чтобы улучшить и ускорить процесс, его переваривают. В этом случае, конечно, большинство полезных всех свойств теряется, поскольку мед нагревать нельзя. Но, собственно, не для полезных свойств меда оно делается. И вторая – это ставленная, когда мед не переваривается, а вот как есть. Тут своя особенность, что все полезные вещества сохраняются, но она производится крайне долго. То есть у среднего рецепта выдержка должна быть минимум несколько лет. Ого. Да. Не все дождутся, скажем так. Не все дождутся. Больше того, должен сказать, что как раз вот старинные рецепты доходили до того, что выдержка по 10-20 лет проходила. То есть тут уже вот как раз вот в этом уже и схожесть к вину и идет. Это было даже больше. Это как культура и переплетенная с жизнью. Вот, например, люди женились. Им на свадьбу подносили бочонок свежей медовушки, легенькой. Оттуда и пошло медовый месяц. Они должны были месяц употреблять эту медовушку, что способствовало, скажем так, укреплению семьи и возникновению потомства. Какие интересные особенности, друзья. Вот так. А сейчас просто медовый месяц и медовый месяц. А медовушку вот, никто не да, понимает. Да, все именно оттуда, все именно так. Тоже на какое-то событие, на рождение ребенка делали медовуху. А на его свадьбу ее открывали. То есть проходило много-много лет, и оно вот так вот все бродило, настаивалось. Если мы говорим на сегодняшний день, скажем так, экспресс по времени, сколько вот все-таки оптимальнее всего на приготовление и на выдержку? Именно медовухи так, чтобы не менее полугода получается.
То есть все равно это довольно длительный процесс. За этот период, вот эти полгода, знаете, как иногда там в шутках, в анекдотах каких-то с качком и так далее, попробовать еще, пока оно только там, да, еще эти полгода идут или год, уже попробовать. Стоит или нет? Или есть какой-то риск там отравиться, либо еще что-то? В риске отравиться или, вот как вы говорите, еще что-то, ничего подобного нет. Угу. То есть... таких моментов вообще не существует. Тут скорее, что будет не тот эффект, который должен быть. Она, грубо говоря, уже готова к употреблению, как только вы ее сварили. Это просто медовый сиропчик. Когда начинается процесс брожения, он длится где-то с месяц. То есть уже буквально после месяца можно ее пробовать, там уже будет спирт определенный. Но все вкусовые качества раскроются только намного позже, конечно. Если мы говорим о медовухе, употреблении водителями, людьми, которые, да, за рулем, как здесь быть? Есть какие-то особенности? Сколько потом, ну, не стоит садиться за руль? Ну, это как вино. Дело в том, что вот медовуха – это вино, и натуральное брожение дает в среднем 12-13 градусов. Ну, может быть, в некоторых случаях выше, там, до 15. То есть тут уже смотреть по своему организму, как кто переносит алкоголь, и, конечно, по времени относительно вину. А если мы говорим о пользе, скажем так, после свадьбы, то есть медовый месяц, это и понятно. А если мы говорим для вот обычного среднестатистического человека, который уже либо замужем, либо женат, вот, и вот захотелось медовухи, есть ли ее какая-то польза и какая, в какой ситуации? Ну, прежде всего, должен сказать, что польза в любом случае хотя бы от того, что это натуральный продукт. То есть, ну и в том, что можно в любой момент начать свой медовый месяц, еще почему бы нет. Почему бы и нет, конечно. То есть в отличие от многих напитков, которые сейчас можно найти в продаже, это невозможно сделать ни из порошка, ни добавляется спирт там этиловый. То есть все именно путем брожения. И поэтому польза уже как минимум в том, что отсутствует вред. Как минимум в этом. А так, что я должен сказать, легко, приятно пьется и очень легко переносится. То есть, довольно... Если мы говорим, да, вот аллергия там на мед и так далее, как быть с медовухой? Будет ли аналогичный, скажем так, аналогичный эффект, как, например, там на мед аллергия? Да, я понял. Дело в том, что если медовуха вареная и мед был переварен в процессе сусла, то никакой аллергии не может быть, потому что все как раз вещества, которые вызывают ее, они уходят. Если медовуха была ставленная, то тут, да, тут желательно быть аккуратным. Но опять же, дрожжи в основном перерабатывают все в спирты. Но все равно опасность может оставаться. Поэтому будьте внимательны, да, в этом плане. Ну и, конечно же, помним о том, что маленькие дозы, попытки, пробы и так далее, это тоже никто не исключал. Так что, друзья, вот так. Такая вот она медовуха, такие ее особенности. Еще что хотел спросить, вот по меду. Есть ли какие-то особенности, вот какой мед использовать, там, в какой период его собирали и так далее? Возможно, старый, можно ли использовать мед? Можно использовать любой мед, который настоящий, который не испортился, то есть не скис. А так любой мед, любого сорта. Будет влиять как-то на вкус? Да, будет влиять однозначно. С какого меда вкуснее всего? Вот личное, скажем так. Сложно сказать, с какого меда вкуснее всего. Стоит попробовать все, да? Да, дело в том, что делается с разных, ну, мне, конечно, нравится с разнотравья, то есть больше трав, больше вкус самого меда, душистость, соответственно, и медовуха тоже приобретает свои запахи и вкусы. Также на цвет влияет, то есть от светлого меда получится более светлый сорт, если мед темный, то получится темный. Еще существует такая практика, как добавление различных соков фруктовых в процессе брожения. Тогда медовуха... Как быть с этим? Как добавлять, как правильно, чтобы не испортить, скажем так, всю обедню? Ну, прежде всего, это нужно немного. То есть буквально 1.5-2% от общей массы достаточно для приобретения вкуса и запаха. Чисто меркантильный вопрос на под конец, скажем так, разговора о сегодняшней медовухе. Скажем так, николаевцы как часто приобретают и как часто заказывают? И если берем по цене, то вот магазинная и вот домашняя, вот такая вот приготовленная, насколько она в разнице в цене? Большая или нет? Ну, разница в цене, скажем так, примерно такая же цена, как и в магазинах, потому что натуральный продукт не может стоить дешево. Мед сам по себе дорог,
плюс время на изготовление затраченное тоже имеет значение. А в плане потребителя, на любой продукт есть свой потребитель. Просто что спросом пользуется. Спросом, в общем-то, пользуется, но люди пока еще не знают в основном о таком продукте. Угу. Поэтому, да, а так на ярмарках, на мероприятиях каких-то интересуются, в принципе, берут. То есть, когда вот покупаем, стоит ли спрашивать, сколько вот уже там выдержка и так далее, и есть ли в этом, скажем так, разница, или вы продаете вот с определенного времени там выдержки? Ну, с определенного времени, конечно же. Угу. В любом случае продается только готовое, только уже созревшее. То есть тут нужно уже только на свой собственный вкус определяться. Поэтому, друзья, пробуйте, знайте, как оно что. Но самое главное, помните, что перед работой, перед вождением автомобиля не стоит пробовать. Да, еще один такой подвид, можно сказать, угу, это медовое пиво. Угу. Кроме медовухи как таковой, я варю еще и медовое пиво. То есть от медовухи оно отличается только более низким градусом, угу, и тем, что в процессе идет хмель, добавляется. И таким образом получается такой себе легкий газированный напиток. Должен сказать, что обычное пиво я перестал покупать давным-давно. Вот так, друзья, такие вот секреты. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Я думаю, что о пиве еще стоит поговорить еще, возможно, в какой-то из отдельных наших передач. На этом мы не останавливаемся.